Казалось бы, можно поехать в путешествие куда угодно, были бы возможности и желания, но все же есть на Земле некоторые места, куда въезд туристам официально запрещен. Представляю вашему вниманию 5 запретных мест планеты, где лучше не играть судьбой. Поехали! В 1963 году в водах Исландии произошли извержения подводного вулкана, и за короткое время образовался новый остров площадью 2,7 квадратных километра. Он сразу же стал объектом внимания ученых разных стран, так как представлял собой наглядную модель зарождения острова и жизни на нем. С тех пор Сюрцей, названный в честь мифологического героя Сурта, правителя огненных великанов, служит строго научным целям и является закрытой зоной для туристов. Остров Кеймада-Гранди в 35 километрах от берегов Бразилии только с виду похож на райское место. Поездка в эти края может стоить вам жизни, так как этот зеленый клочок суши кишит ядовитыми змеями. На площади 0,43 квадратных километров водится около 4000 змей. Самой опасной из них является островной батропс. Его яд в 5 раз сильнее, чем у остальных змей. При его укусе происходит моментальное омертвение тканей, поэтому власти Бразилии запрещают посещение Кеймада-Гранди, который в народе получил название «Змеиный остров». На одном из Андаманских островов в Бенгальском заливе проживает опасное племя сентинельцев. Оно избегает любых контактов с цивилизацией и яростно сопротивляется любому вторжению. По предположению ученых, аборигены провели в изоляции до 60 тысяч лет. Эти люди активно защищают свою территорию. К примеру, в 2004 году они обстреляли из луков вертолет индийского правительства, который прилетел их проведать после цунами. Последними их жертвами стали потерявшиеся рыбаки. После их убийства индийские власти призвали сограждан держаться подальше от сентинельцев и их земли. В Японии самой главной святыней является храмовый комплекс Исэдзингу. Основной храм огорожен высоким деревянным забором. Попасть внутрь могут лишь высокопоставленные священнослужители и члены императорской семьи. До 1945 года Исэ был еще более труднодоступным местом. Он был отделен от внешнего мира рекой Миягава, которая символизировала границу священной земли. Монахам было категорически запрещено пересекать реку. Считалось, что это приведет к нарушению святости кумирни и навлечет беды на всю Японию. В 1942 году британское правительство выкупило шотландский остров Грюйнард для проведения испытания биологического оружия сибирской язвы. В ходе эксперимента выяснилось, что сибирская язва надолго загрязняет территорию, вызывая летальный исход населения в 95% случаев. Вплоть до 80-х годов остров являлся одним из самых смертоносных мест на планете. Лишь в 1986 году ученые наконец занялись чисткой зловещего острова, и в 1990 году тот был объявлен безопасным, однако селиться на нем никто не стал. Археологи предупреждают, что споры сибирской язвы остались в почве острова, а значит, он не будет пригоден для жизни в течение сотен лет.